Голосование по поправкам в Конституцию продолжается. С 8 утра щелковцы приходят на свои избирательные участки, чтобы выразить гражданскую позицию. Так в штатном режиме работает и участок 3391, где мы сейчас находимся. Наш участок открывается в 8 утра, закрывается в 8 вечера. Все у нас в штатном режиме, без нарушений, без каких-либо эксцессов. Члены избирательной комиссии работают в масках и перчатках. При входе голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. По-прежнему соблюдается строгий масочный режим, а на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции и разграничения потоков людей, входящих в помещение и выходящих из него. Все для безопасности, сохранения здоровья граждан. Сегодня хорошо, я доволен, что пришел поголосовать. Изменения в жизни, все к лучшему идем. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.